Вопрос такой, когда начнется обеспечение наших мужчин, именно то обеспечение, которое прописано у них по контракту. То есть даже, например, они не получили рюкзаки в хантах. Чего не получили? Даже вот рюкзаки в хантах со всем снаряжением они не получили. Дело в том, что мы в данном случае все миром, мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна.